В Восточном Казахстане активно решают проблему аварийных школ. До конца текущего года учащиеся сразу 6 учебных заведений переедут в новые здания. Одно из таких появилось в селе Жангистобе Жарминского района. Посещать новую школу смогут 300 ребят. Это старое здание теперь уже бывшей школы. Считалось самым ветхим учреждением образования в Жарминском районе. Оно было признано аварийным почти 40 лет назад. Но из-за отсутствия другого здания дети были вынуждены учиться здесь. Директор школы, каким Жан Искаков, вспоминает, зимой в кабинетах был жуткий холод. Эта школа построена в 1975 году. С момента построения, значит, были серьезные проблемы. И в 80-м году мы были... Оставлены стяжки в углу, по углам школы. Но все проблемы уже позади. За год в селе Жангистобе возвели новую школу на 300 мест. На ее строительство из республиканского бюджета выделили более 800 миллионов тенге. Теперь местные ребята продолжают учебу в новом здании. Школа просторная, но самое главное, здесь тепло, радуются учащиеся. Все классы оснащены современным оборудованием. Старшеклассник Нурбек Тлеухан гордится, что теперь их учебное заведение ничем не уступает городским школам. В нашем селе сегодня двойной праздник. Отмечаем День независимости, и у нас наконец-то открылась новая школа. Наша давняя мечта сбылась. В новой школе все новое. У нас теперь есть все условия для получения знаний. По словам чиновников, с открытием нового учебного заведения проблема аварийных школ в Жарминском районе полностью решена. Это за 24 года пятая школа. Только недавно, 1 декабря, в городе Шар мы открыли такую же новую школу. Всего же с начала года в Восточном Казахстане в эксплуатацию сданы 13 новых школ. 6 из них построены взамен аварийных. В рамках реализации программы «Нурлыжол» начато строительство еще 3 учебных заведений. Руслан Шакабаев, Анатолий Тернов, Берик Жобалайлы, Жарминский район, Восточно-Казахстанская область, 24 КИЗ.